Одновременно с открытием главной елки Братска в Энергетике состоится открытие одной из небольших елок, которые традиционно устанавливают по всему городу. Сегодня начали монтировать главный символ Нового года возле 41-й школы. Для этого сотрудники одной из коммунальных компаний привезли 20 деревьев. В ближайшее время монтаж елки завершат, и уже во вторник на катке, который прилегает к школе, пройдет торжественное открытие. Сегодня мы елочку приведем в надлежащий порядок. Завтра будут работать электрики, сделают освещение гирлянды. А открытие ледового городка 25 декабря в 17 часов. Программа будет «Снегурочка», «Дед Мороз», «Снеговик», то есть конкурсы. Все, как должно быть при открытии ледового городка.